кинотеатре «Москва» демонтировали вывеску с одноименным названием. Как рассказал на своей странице в Фейсбуке директор кинотеатра Артем Вознюк, такое решение он принял по требованию представителей 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии «Арата» и Рады громадської безпеки. Дабы не вспыхнул конфликт, руководство кинокомплекса посчитало, что вывеску лучше снять. Планируется ли изменить название кинотеатра, пока не сообщается.